Класс! Мы хотим кувыркаться в зеленой траве и смотреть, как плывут облака в синеле. И в прохладную речку плехаться прямом, и в ладонь силовиться плечочек не вновь. Так давайте устроим большой халавок. Не трусы. Звучит только радостный смех. И меня поздравляли дном подарить. Люблю с мамой ездить ей на работу и люблю маме помогать убирать мусор и колонки. Я помогаю маме и люблю выносить мусор. А я люблю ходить в садик сама и с папой. Сейчас расскажешь. Да рассказывай! Я сейчас вешек расскажу. Ля-ля-ля-ля. Саша. Ля-ля. Да сейчас. Да Кость. Ля-ля-ля. Сейчас я расскажу. Я играю. Бог нам дарит ты дождики солнца. Сладости ягод, звоночка, распахни поскорее оконце. Всюду, видимо, больше рука. Видишь, поле, как море играет. Слышишь, птички так дивно поют. Ветерок над цветами летает. Пчелки мед свои улей несут. Над рекой, над лесом, над полем. Всюду музыка неба звучит. И сердца наполняют покоем, нам здоровье и радость дарит. Аминь. Играй еще. Я люблю прыгать из деревьев высоких и хрущей ловить. Я последний придумала. А я люблю читать. А я люблю. Я люблю читать, писать, уроки учить. На мэна. А я могу читать, писать и все умею. А я знаю, что могу. Я могу, знаешь что? А я могу все. Я могу, знаешь, что еще? Прыгать. Не прыгать, а вот я говорю, я не могу вспомнить. Я могу на скакалке стрибать. А я могу? На мяче. Я могу на мяче гулять. Все. А я могу? Я люблю складывать цифры, читать. Самолетики еще умею делать. Кораблики. Но не очень так. А я люблю ночью пугать людей. А я люблю спать.
что? А где ты? В школе, в садику или на работе? Я в школе. В школе. Катяка, скажи, что ты на работе. Я на работе. На работе у мамы. Ну, где ты? На работе. На работе у мамы. Где? На работе у мамы. Да, у меня у мамы. В общем, Кать, ты не хотела сходить за мной в магазин? Даже нет. Потому что я боею. Потому что я боею. Нет, так ты выйдешь лекарства, я тебе дома купил, потом на столе. Ты потом никакого. Ты... Я в больнице. Я в больнице. В больнице у мамы. В больнице у мамы. Я и... буду ночью только. Я буду ночью. Куда только. Мы будем ложиться спать? Когда мы будем ложиться спать? Скажи, я одна. Ладно. Ладно. Нет, я одна, одна. Одна у мамы я на работе. Одна у мамы на работе. Так, и мама мне купила такие пряди, ну, с цветочками. Ну, больше везде такие... Мама купила пряди с цветочками. Скажи, тебе папа принес конфеток миллион, еще ты уже ложишься спать. Мне папа конфеток миллион купит, и я ложусь заспать. Скажи, папа. Ты... Пока. Ди, этот, Кач. Ты, конечно, приезжай. А ты, так... а ты скажи, что я не приеду, я что-то себя плохо чувствую. Если я не приеду, то я плохо сегодня чувствую себя. Ну, приедь. А ты скажи, не приеду. Скажи, привет. А ты скажи, привет, что я в больнице. А то я сейчас... Я беременна. Я в больнице, я беременна. Что скажи, не опять людей, чтоб я ребенка рожаю дома. Не опять людей, что я дома рожаю ребенка. Все, скажи, пока я отключаюсь. Пока. Пока я отключаюсь. Надо спасать мир. Надо спасать мир, будь сильнее. Надо якісь придумать, слухать вашего командира, меня. Тогда вы будь, тогда вам это я, если вы меня будете, полковника, слухать, я вам подарю суперсилу. Помоги! Я уже сказала, дай мне. А на него надо повалить, его с лестницы там деревянного або железную. Можно его повалить? Сережа, скинь хоть балакай. Ну дай. Дай, дай. Еще. Еще мне много костюмов человеков-пауков. Один, два, три костюма человека-паука. А Артему и Адаму и мне. Возьми. Еще мне еще лестницу якусь из того железного дерева. Того железного. Сережа. Я искал, палки нету. Нигде. Я тоже гуляю. Ясно все. Мы раз ее тримаем. Отдай. 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 Ну, Паша, ну, пожалуйста, дай мне. Ты мою палочку поломал, значит, дай мне эту. А можно на минутку зайти? Да. Мама.
Діма в мене влюбився. Ні, так. Не Діма, а Діана. Ну, ні, я тебе влюбився. Ага. Ну, я даже. Ну, що будемо казати? Нічого. Словився. Мене Діма влюбився. Він хоче. Він мене цьому і обнімає. І все. Спокійно. Зараз ми мені пузові. Дай. А на морі білий пісок. Дуйте, привіте в ліцо, ну і дорогає ліцо. Буду очень-очень скучать, і на небе вспоминать, і на тебе вспоминать. Все. Нельзя, якщо все-таки ти взяв щось. Якусь бутилку попив, випив пиво, купив і кинув, розбив на асфальт. Це означає, що це забрудняєш ти землю. Це значить, що хтось забруднить отак землю можна. Ну, це нельзя її забрудняти, бо на. Та не чути гриміля. А так би, якби ми її б не бухали на неї б нічого, на яких бутилок, так би вона б 5 мільярдів жила, а так 4 мільярда. Черв'яки хороші. Вони роблять таке, щоб земля дихала. Тоді земля буде дихати, а так вона не дихає. Вона не задохнеться, вона буде жити. Ну, менше от 3 мільярда літ буде жити. Ти теж на машині йдеш. А, наприклад, ти на машині йдеш, а ти забрудняєш землю. То, що бензин – це вонючий, і він забрудняє теж атмосферу. Нельзя їздити на машині отакій. А на електричній можна, вона ж оттока йде. Як ото ти, наприклад, включаєш утюг. Це не опасно? Не опасно. Нічого там не забруднеться. А машина електрична теж не опасна, бо вона ж на електричество їде. Вона ж не трамвай. У неї ж наверху немає такої стріли, що вона по проводам движеться. Вона – ні. Воду і оце як ти посуду. Ти розбрали, це робила. Ну, пані, ми хотімо. Тихонько, не поламай нічого. Я нічого не ламаю. Осторожно, там цветочки. Рожи берем болеты. Мамка, отступи. Сначала оранжевые. Плохо. Плохо. Хорошо. 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 Плохо. Хорошо. Плохо. Да, последнее. Плохо. А вот эти надо еще понюхать. Сбрррр. Хорошо. Хорошо. Супер. Так,
Ваня, давай Артемку допомогу. Так. А Женя і Нікіта принесуть носилки. І Ваня. Ваня. Любит, не любит, 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 не любит. Ти мене. Ні, Катя, ти казала у суботу. Не так, Ната, що підманула підвела, а потім у суботу. Ні, ти казала у суботу, підемо разом на роботу. Ти казала у суботу, підемо разом на роботу. Я прийшла, тебе нема. Підманула, підвела. Про те, як я в лісу попала із-за дракона, яснишем. Мені снилось було ночі, що в число з 12 по 1 задригала земля і виключалось все електричество. І возле нашого дому з бабушкою виявлялась дуже широка яма, і оттуда вилазили дракони. І вони лазили по нашим селам, по селу і крушили дома. Я все повиключала світ, лягла отак от під окно і дивлюсь, там дракон йде. Я думаю, ну все, надоїв цей дракон, виходжу, беру палку, як лупажу його. Потім засунула йому це палку так от між зубов, я так от пригаю на ньому, той втомився і упав. Вже на наступний день вже було спокійніше. Сонце світило, все добре. Бац, і якраз в час дня пішов дощ. Ливень, я появилася така калюжа і в дірку. І вона провалилась теж в дірку. От, потім був ще один дракончик, появився, який був ласковий. Я його осідлала, і він став моїм другом. Привезла його в город. І тут, і показала всьому класу, ті полякалися, Аня Мартиненко на шкафчик залізла, потім хтось там ще куди почекали, а я кажу, да не бойтесь ви, це дракоша, Дракула. От, ну і він почав мені допомагати, я з ним зарабатувала гроші, він допомагав мені підвозити людей додому. От, і раз случилось таке, що я підвозила Аню Мартиненко і Аню Весенко додому, і тут. І він їхав на шаленій скорості. І до нас якраз прибіжає мерседес і грузовик. Дракоша, к щастю, успів оттолкнутися і тільки врізався в мерседес. А мені, я улетіла і врізалась в грузовик. Отлетіла десь на 20 метрів. Больниця була так тут. Ну, з переломом, там, неймоз щось повреджений. От, і, ну, десь через місяць от, я вийшла з больниці. Добрий і ясний, самий прекрасний мир, де живу без забот. Сонячним світом серце согрето, сказка нас гості зовет. В мир приключений, без исключений, двери открыты для всех. Если сумеешь, в сказку поверишь, жду тебя радость и смех. А за окошко веселый месяц май строит нам глазки. И мы хотим танцевать, и мы хотим рисовать, найти нам краски. Мы верим в светлые сны и встретим день, и без опаски.
І не страшна нам біда, відбуду з нами всегда. Добрі сказки. Двома ручками, йдуй, поки не розбиєш. Сіли не так. Дерево, світок, мірілку, ура! Самі сочинили. Они у воробьев все время забирают, да? Воробьи маленькие, голуби большие прилетели, да? И мы им кидаем хлебушек, а голуби раз и забрали все, да? Они думают, что это только для них. А ты иди сюда. Ты что спрятался? Да, думают, что только для них. Они думают, что они больше, да, воробушки маленькие, их можно обижать, да? Ага. А маленьких можно обижать? Нет. Нельзя. Правильно. А вон какой-то воробушек, он там черный, коричневый и серый. Надо когда маленький, да, всех жучков маленьких, да, не обижать. Потому что они маленькие, да. Их любой может обидеть, да. Да. А то, кто большой, тот начинает маленьких обижать сразу, да. А так нельзя. Да. Вот такая подойдет для птичек, пап. А такая подойдет. Наверное, да. Ты хочешь помочь? Угу. Хочешь им помочь построить домик? Угу. Я буду собирать глупые палочки. Держи тебе стаканчик. Спасибо. Это можно птичкам дать, у них будет чашечка. Чашечка! Гнездышки. Для их птенчиков. Они будут сюда водичку. Водичка будет капать от дождика, они будут потом пить. Паша, только не это. Не кривляйся, хорошо? Вон Аня собирает для птичек, чтобы им, наверное, гнездышко сделать, палочки. Подойдет. Паша, выброси этот мусор. Конфеты на палочке с муравьями. Говори, что... Это для муравьев подойдет, да. Оставь там, они ее найдут. Аня, они... Ну ладно, пособирали, вы там положите, сейчас ворона придет, заберет. Положите. Давай. Все, сложите в кучку, они увидят, что из этого можно сделать домик, и придут и разберут все веточки. На, поставь, пусть это будет чашечка для их птенчиков. Ань. А туда сверху на палочке поставь, они тут тоже заберут. А кем ты хочешь? Аня. Они заберут. А, написала, кем она хочет стать. Кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Я хочу стать доктором. А каким доктором? Стоматологом. О, тебя будут все дети бояться. Тебя будут бояться дети к тебе ходить. Зубы выливать. Ну да. А зачем ты хочешь быть стоматологом? Я хочу, потому что... Я хочу, чтобы деткам... Не мешали зубки другим расти. А потом лечить, да? Если вдруг испортятся, то лечить, да? Да. А я вот помню, что Паша написал, кем он хочет стать. А ты помнишь? Космонавтом. А почему? Чтобы летать в космос. А зачем летать в космос? Посмотреть на планеты. Так тебе интересно на планеты посмотреть? Да. А ты планет сколько знаешь? Много. Ну сколько? А повторить сможешь? Да. А иди, ну. Пашка, иди сюда. Да не прячься ты за меня. Какие ты планеты знаешь? Давай. Меркурий, Плутон, Нептун, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, ну, Юпитер. И планета Земля. Может, там что-то пропустил чуть-чуть. И Солнце. Ну, Солнце это звезда. Это звезда. Короче. Так ты что, хочешь полететь в космос, чтобы посмотреть все планеты? Да. А какие еще есть планеты, мама, которые не вокруг Солнца? Ну, я не знаю. Я знаю, что те вот вокруг Солнца, которые кружатся, которые все знают. А что там есть еще, я не знаю. Там много-много. Там сейчас звезды.
Паш, только не это вот, хорошо? Не планеты. Не кривляйся. И там еще целая ночь. Ночь. Да, Маш, это планета. Нет, там не надо, там если солнце светит, там свет попадает, там есть свет. Паш, там стал так далеко? Тебя же не видно, не слышно. Вырастешь, будешь космонавтом. Да. Аня будет молочные зубы вырывать. Молочные зубы! Ее детки от нее будут убегать потом. Паша, а что ты будешь кушать там в космосе? Не хочу. Наверное, будешь пить. Еще булочку. Там еда в тюбиках такая, знаешь? Да, тюбиках. В тюбиках. Она там так в воздухе так плавает. Да, молочко. Молочко, да, вот так летает. Кефир. Летает. И вот все коробочки. Бананы, сосиски и сосиски. Бананы и сосиски? Вот так сильно будет. Ну вот, бегом. Нечего зараз не поблоздить, да? Да не прижимай, не оборот. Не, так зараз ніхто не знає. Отак розпиши і дуй.